Ну, наверное. В целом. В целом? Интернет, а борьбу за серебро? Потому что ЦСКА подобрался. Ну, ЦСКА подобрался, да. Мы сыграли. Мы не потеряли уже очки, если так по последним 10 минутам смотреть. Конечно, хорошо, что отыгрались, но дома должны были выигрывать, настраивались на победу. Хотели этой победы, но всякое бывает. Нам опять залетают такие интересные мячи, тяжелые, но хорошо, что отыгрались. «Спартак» на третьем месте, «Ростов» на втором. Может быть, у вас какая-то больше ответственность перед матчем? Да нет, ответственность, как всегда. Мы можем выиграть или проиграть любой другой матч в другой команде. Поэтому, конечно, сейчас принципиальный соперник, потому что мы соседи по таблице, и хотелось обойти их, но не получилось. Теперь какие ощущения вот поедете в Питер? Может, из-за того, что сейчас просто потерялочка? Может быть, чемпионский матч? Да. Мы-то будем играть на победу, как и всегда в каждом матче, поэтому посмотрим, как сложится матч. Хочется испортить какой-то, да, вдвойне настроение. Хотя бы так. Может, некоторые игроки «Зенита» говорят, что они хотели в матч с «Спартаком» оформить чемпионство. Там уже нас не было. Пускай. Мы постараемся выиграть матч, конечно, как и любой другой. Микротравма, наверное, какая-то. Не видел, сейчас могу сказать. Спасибо.